Правильное литературное произношение, выразительное чтение и артистические умения. Свои таланты смогли продемонстрировать участники конкурса чтецов, который прошел в рамках фестиваля «Ступени». На суд жюри ребята представили свои авторские произведения или стихотворения известных поэтов. Прежде всего, выявить ребят, которые классно читают стихи. Найти новых авторов. Это относится больше, наверное, к тем, кто авторские свои будет стихи сегодня читать. История конкурса начинается с 2007 года. В этот раз в нем принимают участие около 90 участников. Мария стала конкурсанткой уже во второй раз. В прошлом году юная исполнительница читала произведение Федора Достоевского, а в этом решила впечатлить зрительный зал стихотворением Ивана Бунина. Для меня это хороший опыт, потому что в дальнейшем я планирую поступать в театральный вуз. Для меня это хороший опыт, это все-таки общение со зрителем. Поэтому я не приехала, я не могу сказать, что я приехала сюда за победой. Я приехала передать то, что хотел донести автор до читателя. Все участники конкурса чтецов блестяще выступили, показав свое мастерство и оригинальность исполнения. Победители смогут продемонстрировать свой талант на областном конкурсе, где им предстоит побороться за звание лучших с ребятами со всего Подмосковья. Екатерина Крамер, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».